Ну, открытый город, мероприятие для широкого круга людей, я считаю. Для студентов, понятно, об этом много говорим. Это, в общем, такая ярмарка, где можно смотреть свои будущие перспективы. И мы также приглашаем и практикующих архитекторов, и девелоперов, например, и чиновников профильных, потому что тут важен обмен, чтобы можно было знакомиться и смотреть вообще одним на подрастающее поколение, которое идет, как будущие сотрудники к ним навстречу, будущим сотрудникам смотреть, куда они движутся. Поэтому тут я считаю, что это место встречи всех друг с другом. И в первую очередь, поэтому, мне кажется, это должно быть интересно, потому что сегодня, я знаю, идет всегда активный рекрутинг и поиск вообще. И молодыми людьми перспективы для себя понятно в жизни, но и людям, которые формируют свой кадровый резерв, тоже активный поиск обычно ведется. Вот. Плюс мы там говорим про важные новые методики, практики, то есть людям, которые близки к образованию. Это, безусловно, считаю, тоже будет интересно, потому что такой обмен опытом, опять же, тех, кто вовлечен в индустрию.